Осталось еще немного. Понимаю, что ты ждешь меня слишком долго. Но тут столько мероприятий, что невозможно о них быстро рассказать. Стоп, ты уже снимаешь? Ладно, ладно. Тогда расскажем о самых интересных. И первое, о чем я хочу рассказать, это Усолье Строгановское. Только посмотрите, как здесь красиво. Отличный вид на Каму, уникальная архитектура, замечательная локация для фото. Музей палаты Строгановых приглашает посетить мастер-класс «Секреты усольской глины». Никакой скучной теории, только практика. Вас научат декорировать, гравировать, осваивать лепной рельеф, пробивные узоры. Да и где представится такая возможность поучиться лепке, да еще из такого живого материала. Приходите в музей палаты Строгановых 13 и 14 мая с 10 до 17.00. И вернемся на левый берег. 13 мая в 17.00 в культурно-досуговом центре начнется настоящий уикенд. Вокальная группа «Нью-Йорк» подготовила для вас каверы всем известных песен. Это будет отчетный концерт творческого коллектива. Не упустите возможность послушать музыку и, конечно, потанцевать. Ну а для самых маленьких театр «Кукол на Ленина 59» подготовил для вас сказку «Волшебный колокольчик» или «Сами с усами». Дружочек, что скажешь, будет интересно? Несомненно, ведь я буду играть одну из главных ролей. Приходите к нам 14 мая в 11 часов. И не забудьте про вторую обувь и бахилы. Ну а пока дружочек остается ждать новых зрителей, мы поговорим о творчестве. Ну а еще в эти выходные стоит заглянуть в музей имени Коновалова. Там накануне открылась выставка художницы Елены Шарецкой. Женщина пишет невероятные картины, а вдохновляется тем, что видит вокруг. Старая избушка, обувь в прихожей, пионы в вазе и даже любимая баба Тоня. Как прошло открытие, мы расскажем уже в понедельник. Афиши на выходные для вас подготовили Алина Дудина, Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.